Всем привет! В эфире «Этнографика», и сегодня у нас небольшой книжный обзор, которых давно их уже не было. Так что пора вернуться к этому формату. Как раз я прочитал недавно свежую книгу Амирана Урушадзе, вторую уже под названием «Вольная вода», и сегодня я о ней как раз хотел бы с вами поговорить. Итак, Амирана Урушадзе вы уже знаете, если смотрели мои ролики, историк из Ростова, который пишет отличные статьи именно научно-популярного характера, очень таким легким, доступным языком. И сфера его интересов достаточно широкая, она касается как Кавказа, так и, допустим, Донского казачества. И вот если первая книга, она была посвящена Кавказской войне, там было 7 историй, как бы отражающих эпоху Кавказской войны через призму, так скажем, психологии, призму взгляда на мир совершенно разных сторон этого конфликта, то следующая книга Амирана, она в принципе, повторяет эту логику, но уже говорит о донском казачестве. Называется она «Вольная вода». И в этой книге рассказывается о борьбе донского казачества с Российской империей, как она его постепенно поглощала, эту вольницу, эту казачью, в течение нескольких веков. Здесь Амиран применил тоже, на мой взгляд, очень интересный такой способ изложения, то есть выборка историй определенных, которые касаются тематики. Причем истории эти в данном случае это не только биографии, но и некие события, да, ключевые события, ключевые биографии вот этого вот длительного, растянутого на века процесса, начиная примерно с 16-17 век и заканчивая 20 веком, то есть советским временем. Что лично для меня было интересно? Здесь вроде бы 5 историй, но на самом деле о некоторых из событий и некоторых из лиц, которые здесь упоминаются, я лично сам никогда не слышал. Ну, я не скажу, конечно, что я такой спец по донскому казачеству и как-то сильно глубоко копал в этой теме когда-либо, но даже навскидку мне многие вещи никогда не попадались. Ну, начиная особенно для нас интересной всех с вами первой истории, которая так иначе связана с Кубанью. Это история, происходившая в 1790-е годы, в самом начале, то есть параллельно переселению запорожских, тогда уже черноморских казаков на Тамань и на правый берег Кубани, которая многим на Кубани известна, да, был основан Екатеринодар, Краснодар и вот эти все дела. А оказывается, был еще и параллельный процесс, что до этого времени здесь стояли на пикетах донские казаки, которые службу здесь временно несли по очереди. И российские власти решили оставить их здесь. И был огромный бунт, который подавляли войсками. Бунт связанный с тем, что часть станиц отказалась выселяться на Кубань, переселяться, да. Этот бунт был кроваво подавлен, и часть все-таки казаков немалая вынуждена была по требованию властей переселиться на Кубань. То есть, в принципе, черноморское казачество, ну, скажем так, не на пустое место совсем пришло. Я уж не говорю, конечно, про черкесов, нагайцев и вот эти все истории, но если говорить именно о заселении Кубани казаками, то не только эти казаки заселяли ее, принудительные были и донские. Очень познавательная история, на самом деле, для многих это было бы, ну, наверное, открытием. Интересная выборка и в последующих главах, да, то есть о каких-то отдельных необычных личностях, которые выступали как такие вожди какого-то импульсного такого сопротивления властям, какой-то даже идеологии, что ли. Это история религиозная о староверах, старообрядцах, да, которые были на Дону, и с вот этого ракурса тоже хорошо изученный материал о том, как с ними разбиралось российское государство, как их подавляло. Ну и во многом вся эта история завязана с тем, как донское казачество, постепенно теряя вольницу, превращалось в, скажем так, в типичное российское сословное общество, когда определенные зажиточные казаки, они получали дворянский статус и становились помещиками такие, которые имели своих крестьян крепостных, в том числе
Вот этот вопрос тоже хорошо изучен, что на Дону были не только казаки, но и были обычные русские крестьяне, которые там тоже подселялись и постепенно стали попадать в зависимость, да, от уже новой, такого, нового дворянства уже из казачества. То есть и как старое казачество, вот это вольное, боролось с этим превращением в мещанское российское сословное общество. И вот вся эта картина от полной вольницы к превращению в орудие Российской империи для подавления протестов, к чему пришло государство российское к 20 веку, она вся вот здесь в этой книге хорошо видна. Причем книга основана на очень большом количестве источников, она проверена многими специалистами, многие эксперты выступали в качестве консультантов. Поэтому это не просто такое видение вольное автора, но автор в данном случае очень много консультировался, очень много источников брал и немного с добавлением такой художественности в изложении, что немножко облегчает вообще чтение, скажем так, да, упрощает его, делает его таким увлекательным. Это на самом деле талант, талант популяризатора науки. Ну и последняя глава, которая меня тоже очень впечатлила, я об этой теме, конечно, знал, но вот для меня были важны подробности, поскольку... Ну, сейчас объясню, почему. Дело в том, что последняя глава посвящена последнему бунту уже советской эпохи, когда рабочие на заводе в Новочеркасске в 1962 году поднялись против, ну, выступали против повышения цен и снижения зарплат, и как их не услышали, в общем-то, советские чиновники, и как это привело к трагедии со стрельбой, с убитыми и с потом постоянным замалчиванием этой проблемы. Почему эта тема впечатляет особенно? Потому что это не только новочеркасская трагедия. Да? Это по всей стране происходило во многих городах. И на севере было, и в Краснодаре такой же бунт был трехдневный. О чем немного говорят, но факт остается фактом. И очень важно знать причины и следствия этих вещей. В книге переход сделан к этой главе, и с другой, посвященной рабочему классу, тому, как они сопротивлялись в начале 20 века вот этому засилью капитализма, особенно на цехах Владикавказской железной дороги. В общем, книга очень стоящая. Я вам рекомендую ее приобрести, как и предыдущую «Кавказская война». В общем, Амиран очень большой молодец в плане того подхода, как он пишет книги, как он собирает материал, как он его излагает, как он проверяет его. Так что это достойные книги и достойный ученый, популяризатор, которого стоит читать. А на этом у меня все. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы получать свежие видео о новых видео на этом канале. Также буду рад, если вы оформите спонсорскую подписку всего 140 рублей в месяц для того, чтобы оказать поддержку этому каналу и помочь ему развиваться и готовить в том числе и полевые крутые выпуски, съемочные фильмы и так далее. И есть в наличии книга «Танцы, горы и каштановый мед». С личной подписью могу отправить подробности в личку. Ну а на этом у меня все. Комментируйте, делитесь с друзьями, подписывайтесь и до новых встреч. Всем пока!